Рады приветствовать вас на нашем канале, дорогие зрители. Сегодня мы сообщим вам отличную новость. 27 апреля на канале «Россия-1» состоится показ нового сериала «Морская Заморская». Ирина Заморская, турагент, работает не покладая рук, обеспечивая себя и своего мужа, археолога Леонида. Замученная работой и стрессами, Ирина никак не может забеременеть. Врач предлагает ей переключиться и отдохнуть. Ирина покупает путевку в Турцию и едет сообщить радостную новость мужу, но застает его в объятиях аспирантки Виктории. Расстроенная Ирина улетает одна. На отдыхе она знакомится с Анной, приехавшей в поисках богатого мужа, и военным врачом Анатолием, который сразу же назначает Ирине свидание. Леонид, вскоре одумавшись, решает ехать за женой в Турцию. Вслед за ним в тот же отель устремляется и Виктория, с твердым намерением разрушить брак Леонида и Ирины. Тем временем Анна знакомится с миллионером Михаилом, который приглашает всю компанию к себе на яхту, чтобы посмотреть на древние раскопки. Никто и представить не может, что вскоре все они окажутся на безлюдном острове без денег и документов. Премьера сериала состоится 27 апреля на «Россия-1». Если вам понравился мой обзор, ставьте лайк под видео. Приятного просмотра!